Галерея мебельного салона «Диванчик». Обратите внимание на огромное разнообразие моделей и великолепное качество продукции. «Диванчик», предлагая мебель, создаем уют. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Салон «Диванчик» приглашает вас посетить мебельную галерею. Диваны, корпусная мебель, спальни, прихожие, детские. Грандиозный выбор моделей. Высочайшее качество продукции. «Диванчик», предлагая мебель, создаем уют. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг уходящий циклон еще кое-где отметится скоротечными дождями, а северные ветры продолжат удерживать в Заурале пониженный температурный фон. Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске от плюс 18 до 21, местами возможен кратковременный дождь. В Кургане переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 8-10. Днем в Кургане облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба. 13 августа солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. К этому я прощаюсь с вами. Всего доброго!